Тамбове состоялась долгожданная премьера мюзикла «Цирк судьбы». Создателям спектакля потребовалось больше года, чтобы воплотить на сцене историю, написанную писателем Олегом Роем. Именно этой постановкой музыкальный театр Владислава Юрьева открывает свой первый театральный сезон. В числе первых «Цирк судьбы» посетила Карина Алымова. Верите в судьбу? Линии, знаки, пересечения. В этот вечер к тем, кто пришел на премьеру спектакля, судьба оказалась благосклонна. Зрители ждал проникновенный, честный и местами откровенный диалог. Как страницы книги герои открывали публике свои сердца, выражая через музыку самые главные чувства. Без любви, без души. Ниже под куполом цирка живут совершенно разные герои. Веселые клоуны, воздушные гимнасты и ловкие акробаты. Руководит труппой Вениамин Карлович, он же клоун Носик. Его красавица-дочка Майя стала уже совсем взрослой и мечтает о славе артистки цирка. Всегда рядом с ней ее верный друг, влюбленный Митя, который волею судьбы больше не может выступать на манеже. Бросить цирк? Да это все, что у меня есть. Моя жизнь. Однажды в размеренную жизнь цирка врывается волшебник Андерс, беспринципный, жестокий маг, охотник за человеческими душами. Он обещает наивным героям славу, деньги и успех, только забывая сказать, какую цену придется за это заплатить. «Цирк судьбы» длится почти 2 часа. На протяжении всего спектакля на сцене играет живой оркестр, точно так же, как это и должно быть в настоящем цирке. Музыкальные арии, которые так трогают душу, написаны тамбовским композитором Андреем Прониным и автором либретто Татьяной Маликовой. Кроме того, на манеже работает профессиональная цирковая труппа под руководством Юлии Шмановой из города Липецка. Все это вкупе с талантливой игрой артистов создает удивительные номера. Потрясающие стихи Тани Маликовой, замечательные стихи. Очень талантливая музыка Андрюши Пронина. И работы ребят в основном очень качественные и честные. Шикарно, очень динамичный мюзикл. Артисты просто изумительные, декорации, костюмы, все было на отлично. У нас осталось праздничное ощущение, что мы побывали в цирке. Очень понравились акробатические номера. Очень радостно, как много талантливых людей, молодых прежде всего. Ребята действительно настолько профессионально хорошо работают, что все мы получаем удовольствие. Увидеть эту сказочную цирковую постановку своими глазами может любой желающий. Мюзикл «Цирк судьбы» продлится в областном центре до 11 мая на сцене учебного театра Державинского университета. Карина Алымова, Александр Поздняков и Тимофей Слатвицкий. Область новостей.